добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем охотничье самозарядное гладкоствольное ружье от итальянского производителя Фаусти Стефана, модель Progress G в калибре 12.76. В комплект поставки входит документация к ружью, само ружье, которое поставляется в разобранном виде, три дульных сужения, одно из которых находится в стволе, чоковый ключ и пластиковые проставки для изменения длины приклада. Ствол выполнен из оружейной стали. Сверху над стволом имеется вентилируемая прицельная планка и мушка, которая выполнена из латуни. Для лучшей чистки и защиты ствола от коррозии патронник и канал ствола хромирован. Для установки различных дульных сужений на конце ствола имеется внутренняя резьба. Приклад и цевьё выполнены из ореха. На рукояти и цевье имеется насечка для более лучшего контроля над оружием. Ствольная коробка выполнена из высокопрочного сплава Ergol 55. Основные части ружья выполнены из оружейной стали. Для установки оптических или коллиматорных прицелов сверху имеется планка «Ласточкин хвост». Затыльник выполнен из мягкой резины. Снизу на прикладе и на гайке магазина имеются антабки. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо выкрутить гайку магазина и снять цевье. Далее устанавливаем ствол в ствольную коробку. Для полной посадки необходимо взвести ружье. После этого надеваем цевье и фиксируем гайкой магазина. Ружья Фаусти Стефана славятся высококачественной сборкой, а также износостойкостью. Патроны возможно установить как в окно выбрасывателя, так и в подствольный магазин, который вмещает в себя 4 патрона. Для обеспечения безопасности на ружье присутствует кнопочный предохранитель, который блокирует ход спускового крючка. Автоматика работает за счет энергии пороховых газов, которые частично забираются из ствола. Данная модель отлично подходит для ходовой, промысловой и загонной охоты. Приобрести ружье Фаусти Стефана вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.